Всем доброе утро. Мы поехали в садик. На улице сегодня опять с утра тепло. Не знаем, как будет днем. Вчера тоже было тепло. Но такой ветер к обеду разошелся. Прямо аж до костей пронизывало. Так не погуляли. Сегодня опять тепло, хорошо, снега нету. Скоро Новый год и нету снега. Вообще грязь, смотрите, асфальт. У нас уже там строят городок на площади изо льда. А снега нет, никакого новогоднего настроения. Так охота, чтобы хоть маленько снег выпал, хоть чтобы вот эту грязь припорошил. Милена там одевается, сегодня у нее форма. Не юбка с блузкой, а форма. И вот чтобы эту форму запихать в комбинезон, это у нас целая трагедия. Я ее ждать не стала, забрала рюкзаки, вышла, жду, стою на улице, хоть подышу маленько. Сегодня, наверное, Леруську у бабушки оставлю. Нам сегодня надо, ну, я так планирую, упаковать кое-какие подарки, пока детей нет дома, все прибрать, убрать. И еще хочу съездить тоже, не знаю, как получится, купить игру для взрослых, чтобы в Новый год можно было что-то поиграть, чем-то себя развлечь. Вот, так что вот такие у нас сегодня планы, не знаю, как все успеем. Сегодня у нас на обед будет вот такая прекрасная рыбка. Молодец. У нас сейчас с вами была борьба. Сегодня у Вовы будет вот такая рыбка на обед. Сосед нам принес такой свеженький карасиков. У него зять рыбак. И нам нет-нет перепадает свеженькая рыба. Но скажу честно, я такую рыбу чистить не люблю. И понятно, конечно. Я за это время, пока Вова тут чистит, я тоже не сидела, не смотрела. Можете не кидаться в меня камнями. Я убиралась, мыла полы, посуду, убирала со стола. В общем, я все комнаты успела помыть. Видите, все полики блестят, все чистенькие. Но рыбу чистить. Я могу рыбу приготовить. Камбалу, минтай, горбушу. Но вот такую речную я не могу. Вот. Муж у меня тоже сопротивлялся. Но, видимо, сильно хочет рыбы. Поэтому пошел и чистит. Ну ничего, я пожарю зато. Я ее пожарю вкусненько. Кстати, а у нас есть мука? Может, ее в манке? Ну, в муке тоже вкусно будет. Не знаю, можно и... А в манке нету. Мы же в манке жарили эту. Как она? Осетр? Нет. Желтая это. Камбала. И манки нет, последнюю манку истратили. Вот. Так что вот такие вот свежие карасики. Не купленные, а настоящие, прям свежие. А купленные не настоящие? Ну, купленные настоящие, но они бывают 10 раз замороженные, размороженные. Начинаешь чистить, там прям вот от костей кожа вот отходит. Это уже все понятно, что рыба уже умерла, наверное, в том году. А здесь знаешь, что она свеженькая, что выловленная вот только. Даже не замороженная, свеженькую принесли, поэтому она вот прям... Только-только с озера. Вон еще живая. Живая? Ну. Ну вот, свежая, в общем. Поэтому сейчас любимый мой почистит, а я пожарю. Под моим чутким руководством. Нет, я просто сейчас за Миленой еду. Папа у нас не захотел переодеваться, ехать. Поэтому обязанности мы поделили честно. Папа жарит рыбу, а я поехала. Да нифига не честно. Папа поехал, а я поехала за дочерью. Она меня опять обманула. Нет, это была его идея. Он говорит, ты тогда едь, а я рыбу буду жарить. Не было такого. Ну, не обманывай, что ты. Мне и так говорят, что ты только готовишь, а я делать ничего не делаю. Ну, а я ничего не вижу. Правда, глаза колются. Я ничего не вижу плохого в том, когда мужчина готовит. Ничего плохого в этом я не вижу. Что здесь такого? Ничего такого. На медленном огне не надо. Надо маленечко чуть-чуть прибавить. Что-то столько вроде рыбы было, да? Хвосты, головы отрезали. У тебя, наверное, вся рыбка на сковородку влезет. На одну. Я думала, на две сковородки будет.
На одну влезет. Ты поехала? Нет, еще 5 минут и поедем. Приветики. Как дела? Хорошо. Вам. Рюкзак поищи. Где? Кошелек. Не было указано, чтобы печатными. Вчера написали, которые рассказ про семью, надо было печатными буквами. Там не указано было, там просто было написано, что родитель может написать сам, а какими буквами не было написано. Я и написала письменными. Я думала, учитель будет читать. А некоторые большие рисунки нарисовали. Ну, мы тоже нарисовали внизу. А кто читал твой рассказ? Наталья Сергеевна. И что она сказала? Ой, стой у тебя тут. И что она сказала, что надо было печатными написать? Нет. Нет? Значит, не надо было. Она все время, когда задает уроки, учительница у Милены, она не уточняет. Вот у них, допустим, штук 7 тетрадей, и 3 тетрадки могут повторяться. Допустим, все 3 тетрадки по математике. И вот, и она все время задает, когда домашнее задание, она не уточняет, и в какой именно тетрадке нужно делать домашнее задание. Вот, поэтому и здесь также. Вот, не было уточнения, написали, как посчитали нужным. Вот, и больше я ничего не могу сказать. Магазин. Я без маски, доча, в магазин не пойду. Давай скорее, я тебя здесь на стояночке в машине жду, хорошо? Папуля у нас тут уже дегустирует жареную рыбку. А ты что, не будешь картошечку кушать? Буду. Будешь? Накладывать? Нет. Только я каю кастрюлю, потому что пойду. Как понять? Ну ничего, замочим потом. Сейчас будем кушать тогда. Милен, давай переодевайся. Милен, тебе картошечку с рыбкой накладывать или просто с рыбкой? А, рыбка-то у нас в отдельном есть. У нас чуть-чуть картофельного пюре осталось. Подъезжаем мы к светофору. 100 лет здесь. Вон, живые елки уже продают. Мне кажется, рановато для живых елок-то. Ну да, живые продают. Народу, конечно, тут будет сейчас полно. Вся стоянка занята. 100 лет здесь не были. Все занято, вся стоянка занята. И что ты? Ты сюда хочешь встать? Ну, сюда нельзя, Вов. Там же вон с колясками. Если кто поднимается, ты закроешь. Вот здесь не влезем, что ли? О, какие фужерчики, смотри, красивые стоят. Надо где посуду посмотреть. Вот эти стеклянные, такой как в духовку. Где тут посуда-то? Что-то здесь расширили, что ли? Что-то по-другому стало. Товаров куча. Что только нету. Так, зубная паста. Это все у нас есть, да? Посуда, наверное, в том. Нам надо полутораспальное одеяло. Какое? А где там размер ты вообще видишь? Вот. Так это 1.5 метра на 2 метра. 2 метра в ноги, на 1.5, так. Стандартное.
Это подушка. Непонятно. Вот одеяло. Среднее одеяло, верблюжья шерсть. Это 175 на 205. Медвежья. Верблюжья, медвежья. 205 везде идут. Это длина. А ширина это 175, это 140. А это что, все подушки, что ли? Нет. Да, это подушки. Нет, одеяло. Это большое. 172. Ну. Затем, на сколько надо? Вот 140. Это 172. Это двушки. А нам надо полуторку. Может, вот 140 на 205. Вот это думаешь, 140 на 205, да? Купили мы дедушке одеяло вот такое, мягкое, хорошее. Будет спать ему теперь мягко. Поезд идет, ничего не слышно. Больше ничего не купили, ничего там интересного нету. В самом светофоре одеяло тонкие, тонкие, дешевые, вообще ерунда такая. Это вот рядом прямо у нас тут в светофоре помещение, там магазин. Ну, одежда, текстиль, там, в общем, все, игрушки, детская. Вот, вот там мы купили. А в самом светофоре там одеяло по 300, по-моему, 90 рублей. Они тонкие такие, вообще такая ерунда. Нафига такое вообще делают, кто это покупает, непонятно. Вот есть вот такие вот, смотри. Не маленький такой. Вот он, кобра. Не, такой большой мне не надо. Он у меня даже в духовку может не войти. Вот такой вот, скорее всего. Вот он. Ну, поменьше есть. Нет, это совсем малого. Вот есть квадратный. Нет, вот такой вот мне надо. На, держись. Вот такой вот. А смотри, вот какие есть. Тоже красивые, да? Милена, испробуй дома ледянку. На улице снега нет. Катаемся дома. Да что, есть там. Купила наконец-то я себе такую форму для запекания. Вот, теперь на Новый год, может быть, до Нового года еще что-нибудь будем готовить. Вот, надо сейчас это будет штучку убрать. Такую взяла небольшую и не маленькую. 34 на 21,5 сантиметра. Нормальная. В самый раз. Самый раз. И что ты, вот так нельзя, что ли? А, она так прям снимается. Мам, посмотри, сейчас катать снизу будет. Вон Елизавета тоже села уже. Все, поехали. Лиза у нас коробочница. Что-нибудь только увидит новенькое. Какую-нибудь тару, в которую можно забраться. И все. И она уже тут как тут. Даже если вот это ей сейчас кинуть. Да. Вот, так давай, давай. Лиза. Она сама что, думаешь, она не разберется, что ли? Все. Все, залезай.
Что, боишься, что на талии не сойдется тебе, Елизавет? Так смотрит. Скажи, какую-то ловушку приготовили. Кто бы сомневался, а, что ты туда залезешь? Дурында. А тебя жопка торчит, не влезла. А, Елизаветик? Лизаветик. Не лезь, пускай. Милена, поднялось я настроение. Увидела домик твой родной. Ой, ой. Ой, порвала дверь. Лизавета. А чья зубка тут? Лизаветик, не трогай, Милен. Мой домик, мой домик. Мой домик. Мой. Вика, отойди. Вика, отойди, не видно ничего. Отойди. Викуся. Викуся, отойди, а то она тебя сейчас на клочья лысый сделает. От шоу. Вот шоу. Талант. Эй. А что ты рычишь? Ты сама улеглась, тут еще рычит. Вот зачем ей игрушки какие покупать? Любая картонка и вся семья смеется полдня. Лиза стукнула хвостом яс. Лизик мой. Мой Лизик. Лизаветик. Дело было вечером. Делать было нечего. Галька, ой, Галка села на забор. Галька села на забор. Кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря. Просто так. А у меня в кармане гвоздь. А у вас? А у меня? И все на этом заканчивается, что ли? Угу. Нет. Вот, смотрите. Дело было вечером. Делать было нечего. Галька, ой. Галка села на забор. Кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам горе. Боря. Ой. Боря, а не горе. Ладно. Дело было вечером. Делать было нечего. Галка села на забор. Кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря. Просто так. А у меня в кармане гвоздь. А у вас? А у меня сегодня гвоздь. А у вас? А дальше? Дальше все. Дальше читай. Ничего не все. Все. Вот это читай. Почему-то говорят, скучен день до вечера, коли делать нечего. И все? Ну, ты не до конца, Милен, выучил это, получается. Нет, там только этот учили стих читать, только этот, а это мне показывали. Ну, так это что, не про... Ну-ка, покажи мне. Нет, Вова, а дальше-то это уже не продолжение. Скучен день до вечера, коли делать нечего. Ну, а так ты уже выучила, да, можно сказать? Как что-нибудь газированного хочу попить, и ничего нету. Думаю, шипучку, что ли. Вы пьете шипучку? Кто-нибудь пьет шипучку? Если не знает кто-то, что такое шипучка, это вода. Сода и уксус. Я вот сейчас так сильно хочу пить, что я прям хочу что-нибудь с газом. Блин, а у меня уксуса нет. Точно нету. Распутали. А, есть. Распутали? Да. Ты расчеши сейчас сразу волосы и хвостиком, другой резиночкой сделай хвостик.
И прям хочу шипучку, не могу. Надо было минеральной водички купить, когда ездили. Что-то никто не догадался. Никто пить не хотел. И компот сегодня не варил. Ну, компотом, конечно, не напьешься, когда уже жажда, или воды обычной попить. Компотом-то не напьешься. Сходим к Милене в гости. Посмотрим, что она тут делает. Ты что, не причесываешься? Причеши, доча, это. А то у тебя сейчас кое-как резиночку выпутали из головы. Запуталась в хвостике, и все. Молоко выпила? Почему пустая баночка тут стоит? У тебя непонятно. Хорошо такой Миленке в комнатке. У нее такой мягенький матрасик. Так уютненько, хорошо. Слоник тут такой мягенький. Ой, какой. Тут у Милены подружка была в гостях. Соседка. Вот. И увидела слоника-то твоя. И говорит, что у них тоже из Икеи игрушка, только медведь. Это вот именно тот медведь, которого Миленка не захотела. Помнишь, мы тебе его присылали, показывали-то? Помнишь? Uh-huh. Миленка не захотела этого медведя. Он такой почему-то, ну, такой весь был. И вот слоник, он как-то вот его посадишь, ну, и он как-то вот, ну, сидит более-менее. Вот. А этот медведь, он такой весь... Все, у него вот вся вот эта шкура как-то висит, и он такой прям весь какой-то пустой. Акулу она не захотела. Надо голову мыть уже. Голова вся в этом. Маслом же пользуюсь этим кокосовым. Акула это для мальчиков? Нет, это не для мальчиков. Это для девочек тоже. Ее, кстати, очень много детей хотят, потому что она как символ Икеи считается. Вот символ Икеи сидит. Ну вот символ Икеи, да. Вот, и Миленка захотела вот этого слона. И вот она сейчас с ним спит. Он, правда, тут занимает пол кровати, когда его вот так вот положишь. Лера спит с этой собачкой, которую мы ее привезла. В общем, дети остались довольны от игрушек. Мы сегодня будем с вами прощаться. Всем вам пожелав хорошего настроения, замечательных выходных. Завтра у нас выходные. Ой. Пожелав вам всем... Всего самого хорошего. Нас, кстати, сегодня 4000. Спасибо, что со мной, что подписываетесь, что комментируете, что ставите лайки. Всем хорошего настроения и всем пока! Пока!